Убийство на овчарне. Один пастух зарезал другого. Произошло преступление минувшим вечером в селе Маркулешты Флорежского района. О случившемся в полицию сообщил владелец овчарни. По данным правоохранителей, мужчины выпивали, между ними вспыхнула ссора, и один из них схватился за нож. Между ними возник конфликт. Подозреваемый нанес жертве ножевое ранение в живот, в результате чего тот скончался. Погибшему было 58 лет. Он из села Христич Сорокского района. Подозреваемому 63 года. Он родом из Резинского района. Мужчина вину признал. Его задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело по статье убийства.